Многие уже знают, что грядет глобальное обновление в Доте, очередной эвент, и добавляют аркану на CM-ку. Давайте мы вместе с вами посмотрим на эту аркану в деле. Но с самого начала я хотел подметить. Прочитал комментарий насчет этой арканы, и что я прочитал, как вы думаете? Много негативных отзывов. Люди писали, типа это худшая аркана, это худший сет в истории Доты. Я вам скажу мое мнение. Я абсолютно с ними не согласен. Я считаю, это лучшие сеты, лучшие арканы в истории Доты. Самое красивое. Вот. Видели? Это знак свыше, подтверждено. Самое красивое, да, и интересное. Начинаем. Так, во-первых, у нас вверху изменена иконка героя, где общий счет игроков. Потом изменен портрет героя. Не просто так одежда, да, а внешний вид, лицо, поведение и так далее. Теперь CM-ка летает. Она не ходит по земле, она летает. Тоже почему-то у некоторых из-за этого бомбил пукан. А давайте вспомним, а кто ее сестра? Ее сестра Лина. А давайте вспомним, а что делает Лина? А Лина летает. Почему Лине можно летать, а Сэмке нельзя летать? Нелогично. Да, теперь Сэмка стала очень сильно похожа на Лину. Я считаю, это огромный плюс, потому что они сестры, они всю жизнь были вместе. Лина красный огонь, а Сэмка у нас синяя, мороз, холод. Далее. У нас появляется великолепный питомец, волчонок. Наш собственный волчонок. До этого уже был питомец у Пуджа, у него была ворона, но она никогда не сравнится с этим волчонком. Самый огромный плюс волчонка в чем? У него огромное количество анимации, и он взаимодействует с окружающей средой. Он реагирует на врагов, он реагирует там на воду и так далее. Я вам сейчас это все покажу. Поехали, в принципе. Начнем с телепорта. Смотрите, как происходит телепортация с нашим питомцем, с волчонком. Волчоночек. Телепортируемся. Он исчезает. Потом, оп, появляется. Видите, он крутится, 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 крутится. И сейчас побежит к нам, где бы мы ни были. Самое главное, обратите внимание, это уникальное создание. Понимаете? Волчонок, он не может проходить сквозь деревья. Я об этом узнал, знаете, когда? Когда здесь был враг, волчонок исчез. Потом я подошел сюда, вот, волчонок появился здесь, и он не мог выйти отсюда, потому что он не проходит сквозь деревья и преграды. То есть валвы молодцы, то есть багов нету. Далее. Первый скилл. Изменен вид кастования. Опа, так, давайте мы сейчас сделаем таким вот образом. То есть теперь она просто машет руками. Видите, как бум! 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 Далее, сейчас мы сделаем врага. И посмотрим взаимодействие врагов и волчонка нашего. Смотрите, волчонок спокойно стоит, проблем у него нету. Начинает идти к нему враг. Во-первых, она, ну или он, или она, волчонок, он сначала хотел полаять на врага, потом начинает убегать. Когда враг очень близко, волчонок исчезает. Пукс! И все. И больше вы его не увидите до конца игры. Покупайте аркану. Ладно, это шутка. Волчонок исчезает, и он появляется только тогда, когда врага рядом нет. То есть мы уходим. Сейчас появится. Давай, братюня. И вот, если мы где-нибудь там будем здесь стоять, то волчонок может появиться на хэграунде, и отсюда он не вылезет. Но если мы сделаем телепортацию, я думаю, он вылезет. Ну, давай, братюня, появляйся. Волчонок, ты где? Давай, 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 давай. Пупсик. Вот он бежит, все, он где-то там появился. То есть мы видим, да, взаимодействие волчонка с врагами. Теперь давайте мы сейчас сходим на водичку. И я вам покажу кое-что еще. Так, идем к воде. Пробегаемся по воде и заходим на сушу.
трясется, видите, от воды. Тоже взаимодействие с водой. Я бы никогда такого не подумал. Кто бы подумал, что ворона пуджа может с чем-нибудь взаимодействовать, а не просто тупо как анимация летает и все. А здесь полное взаимодействие. То есть это полноценный крип, то есть существо. Или герой. Полноценный герой, которого просто нельзя выделить. Так, далее. Что у нас? У нас осталось две анимации. Ну-ка, дайте я сейчас быстренько вспомню. Все он показал? Нет, это показал, показал. Так, показал. Две анимации. Это ульта и наша смерть. А, еще добавили... как называется? Смайлик. Еще добавили смайлик собачки в чат. Но я вам сейчас не могу этого показать, к сожалению. Теперь смотрите. Самое великолепное в истории Доты. Ульта ЦМ-ки с новой Арканой. На это можно смотреть вечно. Волчонок начинает выть. Поэтому мы посмотрим еще раз. Давайте еще раз глянем на эту просто божественную красоту. Какой он красивый, Господи Иисусе. Смотрите. А вы видели, да, как ЦМ-ка-то колбасит, как же колбасит, прям исполняет тут вот, Виртуханы. Ей самой это нравится, видимо. И осталось последнее. Это убить нашу ЦМ-очку, да? Так. Придется это сделать, к сожалению, чтобы увидеть ее анимацию смерти. Она тоже изменена. Давайте мы испугаем собачку. Видели? Видите? Полаяла такая. Ну, исчезай, исчезай, эй. Сейчас исчезнет. А? Теперь смотрите. Сделаем вот так вот, чтобы вам было хорошо видно. Видите, она нагибается, потому что у нее мало здоровья. Вот как выглядит эта анимация, когда мало здоровья. И последние удары. Смотрите, анимация смерти. Это печаль. Все. Еще раз говорю, мое мнение, это самый лучший сет, самая лучшая аркана в истории Доты. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.